Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас лето, у нас сезон кабачков, поэтому у нас каждый день на столе присутствуют кабачки. То мы их варим, то мы их жарим, парим, тушим, делаем салаты, ну все что угодно. Этот салат, вот, который я сейчас готовлю, это вообще вот его можно миску съесть и как бы не поправишься. Здесь присутствует один из ингредиентов, кабачок, и он в сыром виде. И знаете, я вот сколько раз уже его готовила, и даже однажды снимала, и никак вот у меня видео не получилось, вот хорошего качества получилось. Но я надеюсь, что сегодня у меня удастся записать это видео, может этот салатик будет кому-то полезным, может вы будете такой готовить. Для этого я взяла кабачки. У меня вот два кабачка, смотрите, вообще для него лучше молочные кабачки. Но у меня вот осталось вот для этого салата именно два кабачочка. Ну, у них кожица все нежненькая. Здесь килограмм 300 грамм. Но я не буду использовать серединку. Видите, я их буду шинковать только лишь соломкой и только вот все без серединки. Мякоть внутри я использовать не буду. У меня 700 грамм помидор. Один лимон, но мне лимон целый не понадобится, мне нужен сок лимона. У меня баночка кукурузы сладенькой. Ваша любимая зелень должна быть в этом салатике. Ну, у меня какая любимая зелень? Петрушка и укроп, то, что растет в огороде. И чеснок. Также мне нужен будет перчик, потому что этот салат будет остренький. Соль морская у меня, сахар и оливковое масло. Вот. Собственно, все ингредиенты, которые нужны для этого салата. Сейчас мне нужно натереть кабачок на терке для моркови по-корейски. Если у вас есть другая какая-то терочка, то используйте ее. Кабачки я натерла. Вот смотрите, что у меня осталось в остатках. Видите, это я использовать не буду. Вот у меня миска кабачков. Если получилось у меня очищенных кабачков 870 грамм. Сейчас мне нужен лимон. Так как я одна снимаю, мне будет неудобно. Для того, чтобы сок лучше выдавливался, я его прокатаю скалкой и выжму туда. Конечно же, лимон я предварительно помыла. Я его прокатала скалкой, только разрезала, оттуда уже сок побежал. Видите, даже никаких усилий. Достаточно мне будет сока. Вы смотрите сами по своему вкусу. Желаете покислее? Немного побольше лимона добавьте. Добавила 1 столовую ложку на вот это вот 870 грамм. У меня здесь вот 25 грамм зелени и 20 грамм чеснока. Теперь мне нужно это посолить, тоже по вкусу, чтобы вопросов меньше было. Я вот специально чайную ложечку положу. Теперь мне это нужно размешать и дать постоять, чтобы это все постояло. Ну, просто, чтобы кабачок промариновался, так как кушать мы его будем в свежем виде. И сок я оттуда сливать не буду. Кто не любит это все дело, можно сок слить. Я не сливаю. Пока у меня кабачки отставлены в сторону, смотрите уже сколько здесь сока с них. И я буду крошить помидоры. Помидоров я еще раз завешала, чтобы быть поточнее для вас. У меня 700 грамм. Помидоры крошите так, как вам нравится. Я вот на 4 части и вот на такие дырки. Методом проб я пришла к тому, что мне нужно насыпать в помидоры сахар. Смотрите, у меня чайная ложечка без горки. Ну, мне так нравится. Все, я их перемешала. Теперь я сюда же отправляю кукурузу. Измельчаю чеснок. Чеснок мельчите, как вам нравится. Я его режу. Кто давно смотрит наш канал уже,
видят. Мне так больше всего нравится. Показываю и рассказываю видео все подробно. Может, кому-то это понравится и будете тоже готовить такой салатик. Измельчаю зелень. Я вам для вас ее уже завешала. Хорошо бы сюда кинзу бы добавлять, но у меня ее нет. Теперь, кто любит перченое, вот смотрите, пол чайной ложечки у меня перца. Прям когда будет уже заканчиваться этот салатик, и в рассоле будет перчик, как же мне это нравится. И сейчас нам осталось что? Посолить, опять же, по вкусу. Смотрите, по своему вкусу солите. Соль не показываю, сколько я досыпаю. Потом, если мне захочется, я еще подсыплю. У меня будет, однако, маленький салатник. Смотрите, у меня в этот раз очень сочный кабачок. Но я его отжимать не буду. Ну, вот этот вот сок я пока здесь оставлю. Я просто его выкладываю. Вот, смотрите, сколько у меня получилось. Полстакана, наверное. И теперь мне нужно это будет все перемешивать. Я сначала добавлю масло оливковое. Вы тоже добавляйте по вкусу. Я добавлю сегодня ложки 3. Теперь нужно это все перемешать. У меня салатник-то какой-то небольшой получился. Я солью вот этот рассол, вдруг он мне будет нужен. И перемешаю в чашке этот салатик. Я его каждый раз, когда готовлю, все больше и больше порция у меня получается. Перекладываю салат в салатник. Салат готов. Можно подавать к столу и приглашать домочадцев кушать этот салат. Полезный, легенький, острый в меру. И со сладкой кукурузой сочетание необычайное. И я, как всегда, хочу вам пожелать крепкого здоровья. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал Юрий и Лариса Ивановы Лайф и Два Континента Лайф. До встречи. Всем пока-пока. Всем привет, девочки и мальчики. Тут пока Лариса готовила, у меня слюнка текла. Так хотелось попробовать. Она сейчас готовится к новому ролику. Суп из кабачка. У нее какой-то новый рецепт. А я хочу попробовать очередной раз. Очень сочно, очень вкусно, просто обалдеть. Всем пока, девочки и мальчики. Не забывайте ставить лайки.